В Министерстве иностранных дел Казахстана нашему каналу сообщили, что 6 из 7 казахстанских туристов доставлены с травмами в больницы турецкого города Денизли. Сейчас на экране вы видите список пострадавших соотечественников. По предварительным данным, среди них Турганбековый Шолпан и Токжан 89 и 93 годов рождения. Тлеубаевы Гульнара, Азамат и Айдын 66, 92 и 99 годов рождения. Солоева Зарина 93 года рождения. Сейчас ведутся поиски еще одной нашей соотечественницы, которая ехала в этом автобусе. Это Аида Сарабаева 96 года рождения. Ее состояние пока неизвестно.